Всем привет-привет, с вами Кононова Аня, коробка заказа и еще вот такие вот заказики, да. Ну, во-первых, это сковородка с антипригарным покрытием, которая мне очень понравилась. Я взяла еще, потому что что-то всем надарила, а у меня старые сковородки, сейчас покажу. Уже определили их на балкон. Напомните мне, пожалуйста, какого года выпуска, я не помню. Ну, мы их и в посудомойке, и везде мыли уже. Все разваливается. Мы как-то их, помню, что убрали на балкон. Мама хотела что-то там с ними делать в деревне. И что-то так и я маме, помню, что новое свежее отправила. А эти так и забыли мы ей отправить. Ой, слушайте, как туго открывается, да? Значит, вот такая сковородка с артикулом 910-491, с диаметром 20 сантиметров, с антипригарным покрытием. Толщина 25-35 микрограмм. Срок службы год, но больше, я так думаю, что намного больше. Максимальная температура нагрева 220 градусов, представляете, да? Все отлично. Толщина стенок 3 миллиметра. Вот таким образом она приходит. И чем она мне понравилась? Тем, что это обычная, хорошая, такая вот добротная сковородочка. Ну и упаковка. Покрытие антипригарное греблон. Это мы блинчики жарить, если честно, взяли. Потому что хочется сразу на 4 сковородках. А не получается на 4 сковородках. Что еще скажу? Сейчас будете кидаться палками в меня. Но я ей иногда и железной ложкой могу помешать, да, и в посудомойку закинуть, когда мыть неохота. И ничего с ними не случается. Абсолютно ничего. Нормально все жарит, парит, варит блинчики. Не присыхают. В общем, все великолепно. Прошла она не один месяц у меня тестирование. И не один десяток запусков в посудомойку и так далее. Поэтому пару сковородок еще таких взяла. Очень-очень понравились. Что мы еще делаем в 12-м каталоге, так это тратим купоны. Ну, я не знаю, я пересчитывать не буду. Просто вот так вот вам покажу, да, сколько у меня купонов. Ну, это, конечно, с двух ряд номеров, с моего и с дочки. Вот такая вот пачка увесистая. Тут я не знаю сколько, мне это все дело не сосчитать. И да и вам скучно будет сидеть ждать, что купоны дают, да. То есть если мы получили в номер 10 и номер 11, то есть это за два каталога, мы получили купон с заказом по каталогам номер 10 и номер 11 за каждую, по-моему, 1000 рублей вкладывался вот один такой купон. И, конечно же, сейчас в каталоге номер 12 я буду брать уход за кожей, за волосами, гигиена, парфюмерия, декоративная одежда, ароматерапия, wellness. Ну, конечно, меня больше всего интересует wellness. Вот больше всего wellness, потому что, в принципе, у меня есть все. Вот уход за волосами и wellness. Гигиены у меня дома много, всего много. Поэтому будем с вами тратить. И подарок, кстати, по акции «Ночка» шикарный. Кто желает такой подарок, ссылочка на регистрацию под видео. Делайте первый заказ. И во второй заказ вам такая вот составляющая в подарок. Пятновыводитель, который наливается в машинку. Пятновыводитель спрей для ручной и машинной стирки. И салфетки пятновыводящие. Очень хороший подарок. Прям крутой. И каталог вообще крутой. Дальше смотрите. Значит, я заказала 3 таких чайника. Конечно же, все 3 я открывать не буду, но чайники просто для меня бомба. Супер-мега удобные. Я такие чайники очень давно ждала. Наверное, ждали много-много людей. И один чайник я нечаянно разбила. Очень удобно, когда мы сидим 5, 6, 10 человек. Очень удобно в 2, в 3 вот в таких чайника насыпать столовую ложечку, заварить. И люди сидят и пьют. То есть мы его используем не как под заварку, а именно как вот пить чай. То есть налили, все, люди сидят, пьют чай. Смотрим, закончилось, достали, тут все вывалили, ополоснули, снова насыпали и снова завариваем. Очень удобно, особенно для тех, кто любит почаевничать, поболтать, поговорить. Ситечка тоже, кстати, легко тут достается таким вот образом. Просто никаких проблем нету. Все новенькое, интересненькое. У него такой темно-коричневый дизайн. Да, каким-то немножечко, ну, на мой взгляд, баклажанчиком чуть-чуть слегка отливает. Единственное, что его нельзя ронять. Он из стекла. Я один вот уронила и один себе заказала. Остальные 2 это мамулям. У меня обе мамули очень любят чай пить. И я решила им вот по такому чайничку обязательно отправить. Просто, знаете, как комплимент. Не обязательно на какой-то день рождения, на какой-то праздник. Просто вот приеду и скажу: мам, пап, вот вам чайничек, пейте чай.
Далее у меня заказали вот такую миску, но открывать я ее не могу, потому что миска не моя. Это 20 сантиметров, кастрюля из нержавеющей стали называется. Чем мне нравится, что действительно у нее очень хорошее тройное термоаккумулирующее дно. Она идет для всех видов плит. Я ее и в посудомойке мыла, и что только с ней не делала. И сожгли мы ее пару раз, и нашими же средствами очень легко отмыли, очистили. Размеры: высота 11 сантиметров, объем 3,4, максимальная температура нагрева 180. Материалы: корпус, внутренняя сторона дна, нержавеющая сталь. Внешняя сторона дна тоже нержавеющая сталь. Тут немножечко разная сталь, я так понимаю, да, 18 на 8, а тут 18 на 0. Также алюминий, крышка, стекло, ручки, пластик. Все отлично. Толщина стенок 0,5. Вот она, да, в живом виде. Также идет у нее очень интересная вещь. Вот это дно тройное термоаккумулирующее, оно еще долго держит тепло, и вы увидите, что, ага, суп там через 5 минут будет готов, через 10 минут будет готов. Можно его выключить, просто не открывать крышку, и она сама доготовит ваш суп. Это, ну, такая экономия энергии, что ли. Это мисочка с такими вот прибамбаками. То есть, ну, вот полгода я ее пользуюсь. Пока что нареканий особо никаких нет. Также тут есть деление. Литр, полтора, два, два с половиной. Все великолепно. Да, мы ее немножечко поцарапали, помучили ее, но в принципе все великолепно. И еще раз повторюсь, мою я ее в посудомойке. Крышки довольно-таки крепкие, не нагреваются, все великолепно. Но если готовить на газу, то, мне кажется, крышки будут нагреваться, потому что огонь вот так же, что он идет тепло кверху. Ну, мама пока не жаловалась. Ну и такая вот еще крышечка, стеклянная, тяжеленькая, тоже Faberlic Home. Очень понравилась посуда, мега качественная. У меня, как вы знаете, индукционная плита, и мне это полностью подходит по всем параметрам. Далее пришлось нам выкинуть старый отпариватель. Ему уже было 2 с лишним года. Один у нас разбился в номере в Москве, полетал знатно, нечаянно как-то вот так получилось. А второй у нас, ну, просто вот как будто заржавел. Он самый-самый первый был. Вот тоже, дорогие мои, не могу вспомнить, когда у нас ручные отпариватели вышли вообще. Сколько? 1,5-2 года назад. Мне понравилось. Срок службы длинный. Он не такой уж и дорогой. Легкий. Отпаривает великолепно. У него два режима. Артикул 910-230. На первом режиме он очень нежно отпаривает какую-либо тонкую ткань. Но на самом деле есть второй режим, которым можно даже джинсы погладить. Даже мои костюмы, пошитые на заказ, великолепно отглаживаются. То есть тут еще есть насадочка и леечка. В составчике идет насадочка и леечка. Тоже прям все великолепно разглаживается. У меня он вот отсюда прям ничто не могли сделать. И чистили его, и щеточкой все тут вымывали, и пытались разобрать, почистить, ничего не получается. Заплевался очень сильно ржавчиной, ну, спустя, наверное, 2 года. Потом мы посмотрели на него, а тут срок службы, срок годности не ограничен, срок службы не установлен, конечно, но мы так и подумали, что 1,5-2 года отпаривателю это нормально. Хотя, в принципе, утюгов на дольше хватает. Вот тут, видите, два режима идет. Нажимаете, и когда синяя кнопочка загорается, все великолепно. Сюда мы наливаем водичку, затыкаем. Все довольно-таки герметично получается. Так, давай-ка затыкайся. И отпариваем. Щеточкой, без щеточки, кому как нравится. Все-таки решили новенький заказать. Честно, боюсь соврать, когда его нам вообще выпустили впервые. Вот с тех времен он у меня был, и... Все, я решила от него избавиться, хотя он так как работал, так и работал, просто я, ну, не понимаю, как его почистить. Далее в компании Faberlic перевыпуск пакетов. Честно скажу, я немножко разочарована, предыдущие мне нравились больше, они были пастельных тонов и очень были красивыми. А вот эти, ну, на мой взгляд, чересчур яркие, не везде их с собой возьмешь. Хотя вот такие пакетята, как я их называю, пакетеныши, как у меня муж сказал, ты говоришь, что за пакетеныши? Я говорю, они еще не выросли, это дети пакетов. В общем, посмеялись, да? А, в принципе, очень классно и ярко что-то дарить. Ну, сейчас, конечно, в моде все ярко, но вот у меня немножечко вкус другой. Пакеты все, в принципе, все, да, не буду повторяться, биоразлагаемые. Маленькие, значит, 781-268. Ну, вот если взять мою руку, да, кому размеры непонятно, да, вот я не могу размеры воспринимать, вот, значит, вот так вот, да, по ладошку. Ну, что сюда можно положить? Тушь, пудру, парфюм какой-то, что-то вот такое, да, заказы разбирать, собирать. Второй пакет уже посерьезней, это подросток. Ой, мы сегодня смеялись. Артикул 781-269, уже такой, да, большой, серьезный пакет, уже много что поместится.
Вот, великолепно. Так, третьи пакеты, смотрите, пришли очень разных цветов. Не пойму, один пришел красный, 781-277, а второй пришел такой розово-малиновый, что ли. Он идет тоже 781-277 артикул. Абсолютно одинаковые по размеру и по всему, но вот цвет есть красный и розовый, хотя артикул одинаковый. В общем, когда вы будете заказывать, вы не знаете, какой пакет вам попадется, но я думаю, ничего критичного в этом нет. На мой взгляд, лучше пастельные тона. Ну и еще одно. Это сковородка антипригарная. Перейдем к моей целой коробке заказов. Две одинаковые сковородки. Это идет с артикулом 910-492. Она уже идет побольше слегка. Тут диаметр 24 сантиметра получается. Высота 4,5 сантиметра. Толщина стенок 3 миллиметра. Толщина дна 3 миллиметра. Материал идет корпус алюминий. Ручка нержавеющая сталь. Довольно-таки тяжелая сковородка, на мой взгляд. Не знаю, грамм, наверное, 600-700 она точно весит. Покрытие тоже греблон С3. Максимальная температура нагрева также 220 градусов по Цельсию. Ну и толщина покрытия 25-35 мкм. Такая вот красота. Изготовлена по заказу Faberlic. Срок службы тоже написано 24 месяца. Срок годности не ограничен. Гарантийный срок 12 месяцев. Тут, конечно, написано, что нужно избегать резкого перепада температур, не мыть сковороды, пока они горячие. Нужно ее остудить до комнатной температуры, не использовать металлические губки, потому что она перестанет быть антипригарной. Нельзя, когда моющее средство содержит абразивные добавки, хлор, аммиак, использовать моющее средство с нейтральным уровнем pH, наше средство для мытья посуды. И при мытье в посудомоечной машине рекомендуется использовать режим эко или мыть при температуре не более 50 градусов по Цельсию. Но, если честно, я думаю, что полгода уже прошло, может быть, даже, полгода прошло, и могу сказать точно, что я ее мою обычно, еще и ставлю на пропарку, и ничего не случилось. Вот она какая есть, такая и есть, такую я и достаю красотку из посудомойки. Поэтому не знаю, хочется, чтобы она прослужила вам 50 лет, тогда да. Если хочется побыстрее, все быстрее, 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 тогда вещь будет для вас служить, и вы ее будете почаще менять. Получается так по описанию. Хотите служить на вещь, тогда надо будет с ней помучиться, мыть вручную, не скрести, долго замачивать. Я немножечко торопышка, нетерпеливая, если честно, и мне удобнее ее менять. Например, если я эту сковородку, например, раз в 3 года буду менять и покупать новую, но я сэкономлю в итоге, на всех сковородках своих, мисках и так далее, неделю времени, то я, конечно, выберу вариант все-таки засовывать в посудомойку, стирать вместе со всей посудой и так далее. Это так, это мое. Вот и моя коробочка. Куча мала. Сейчас все упадет. Я прям рада все это вам показать. Так, как обычно, омега. Омегу нужно на постоянной основе пить. Недавно с Викуськой сдавали анализы у доктора. У нас, конечно, не один доктор. У нас и психотерапевт, конечно же, есть в виду с таким диагнозом. Она посмотрела тоже. Мы к ней давно обращались. И сейчас опять к ней обращаемся. Наталья Максимовна у нас еще есть. И она сказала, что, в принципе, отличный такой, говорит, состав. Пейте. Но она нам прям прописала 7 штук в день. И сказала пить по 7 штук, потому что у нее по анализам очень сильно не хватает жирных кислот в организме. Представляете? Я прям обалдела. Она сказала месяц так попить, потом переходить на 2 в день. В общем, вот так вот. Артикул 157-79. Вот так вот оно бывает. Не знаю, почему у нас так сильно не хватает, потому что мы все время пили по 2. Нам 11 лет, и по анализам нам прописали вот такое количество. Я прям в шоке, поэтому 7 штук в день, а тут 60 капсул, хватит менее чем на 10 дней одной баночки. Но раз доктор сказал, конечно, будем пить. Артикул 157-79, и еще потом 10 штучек закажу. Что-то я решила, что у меня и так заказ уже 300 с лишним баллов. Думаю, потом еще закажу. Мало ли, wellness будет по купонам, закажу побольше. Для Викуси 10 штучек. Далее, это все у меня идет 70% скидкой БАДы. Вот такая вот красота. Во-первых, это антиоксидантный комплекс. Чем меньше мы окисляемся, тем дольше мы живем, тем моложе мы выглядим. Вкратце говоря, я недавно о них очень подробно рассказывала, поэтому просто увеличу вам состав. То есть тут и витамин С, и черники, и асаи, витамин Е, сафара Е
японская, рутин, кверцетин, астаксантин, то есть то, что нужно, я беру 70% скидкой, ух, до 27 года годен, артикул 158-50, но мой врач второй говорит, что в принципе нужно пить сначала поддержка кишечника и поддержка печени, и гастрокомфорт нужно сначала пропивать, антиоксиданты, там вот это все, она говорит, уже потом, сначала нужно кишечник налаживать. Далее это у нас 1 плюс 1 равно 3 гидрейн я заказала, 3 пачечки, где-то у меня третья куда-то ушла уже, наверное, муж открыл, он очень любит это все дело принимать, говорит, легкость, говорит, такая хорошая, ну, состав тут, как вы видите, пижма, репешка и так далее, хороший очень состав, каракрушины, это все мягко, очень мягко слабит, без поноса, без всего, и тут же лечит и слабит. Отличный состав. Артикул 157-71 гидрейн. Это вообще круто. Что я еще взяла? Это кардио. Очень хорошая штука. Тоже с очень таким шикарнейшим составчиком. Прям великолепным, да. Тут и гранат, тут и горец японский, тут и арония, витамин В6, селен, витамин К2. Такая вот красота. Тоже принимаю взрослым по 2 капсулы один раз в день. Мой врач говорит, за 40 минут до еды. А тут написано, что принимать его нужно во время еды. Ну, тут кто каким врачам, в общем, верит, тот так и делает. Сахар-контроль. Пью по 2 штучки до ужина. Артикул 158-36. Тут очень отличный состав. Но еще и плюс ко всему пиколинат хрома, который не дает организму хотеть конфет, сладкого, выпечки, белого хлеба. Вот это все-все-все на свете. То, что, ну, не совсем нам с вами и нужно. Далее. Думала, что взять с 70% скидкой. Взяла такое вот нижнее белье на пробу. Что-то расцветка мне не очень понравилась. Знаете, тут такое ощущение, да ладно, изношу. Артикул 457-915, размер XL я всегда беру, мне флоранж XL подходит. Но я как-то не посмотрела, ну, честно сказать, не очень-то мне они как-то вот понравились. Я люблю завышенную талию, потому что очень удобно. Но тут как-то вот цвет такой уже, вот эти цветочки, но довольно-таки комфортные, классные. Вот на ощупь, на все. Ладно. Да, возвращать не буду, но как-то вот, честно скажу, не очень понравилось. Далее, биокапсулы для стирки и пятновыводитель. С энзимами идет он, очень классный. Капсулы, чем мне нравится, тем, что положил и забыл. Ничего никуда не льете, просто в машинку уже положили. Тоже прикольно, классно, клево, но все-таки порошком для белого я стираю белые вещи. Тут он подходит для всего, а мне хочется белое, чтобы белым оставалось. Хотя я не заметила, чтобы он весь желтил и так далее. Что он вообще делает? Он освежает цвета и яркость красок, устраняет серость и желтизну. Все в нем это есть, но вот все равно мне не хочется стирать вещи одним порошком. И белые, и цветные, и так далее. Тем более, тут где-то написано для стирки белых, цветных и светлых тканей, но за исключением темных, ярко окрашенных изделий с неустойчивыми красителями. Для деликатного я порошок покупаю. Все равно я покупаю порошок, который сыпучий для чисто для белого белья, потому что тут вот это указано, он такой более универсальный, да, когда все в кучу свалил и постирал. Далее такой вот лак, очень его люблю, этот лак, артикул 2707. Он, ну, он в принципе, у него очень такое, знаете, легкое распыление, да, видите, такое нежненькое распыление, и тем он меня и покорил, что он не портит прическу. На самом деле фиксация у него шикарная. Мои обесцвеченные волосы можно целыми днями, да, с ним ходить. Даже по 2 суток можно ходить. Потом я уже не могу. Хочется его смыть, помыть голову. Как вы видите, он был с хорошей скидкой. Я взяла несколько штучек, потому что я часто делаю прически. И мой мастер красоты, которая делала мне тут недавно прическу на день рождения Вики, она тоже полюбила вот этот лак. И говорит, у меня, говорит, на многие лаки, говорит, даже дорогие, даже профессиональная, есть какая-то одышка, аллергия. Говорит, я очень чувствительно стала к лакам, но она очень много лет мастер красоты, и, скорее всего, у нее уже что-то накопилось в организме. Но вот этот лак, у нее ничего с него нет. Я, говорит, с него кайфую. Отличный лак, говорит, и, в принципе, фиксация не хуже, чем у профессиональных. Понимаете, да, где-то в каких-то моментах даже лучше. Вот мне недавно делал парикмахер, моя Леночка, принесла какой-то новый лак, и давай меня им укладывать. И я увидела просто ошеломительную разницу, что с того лака у меня волосы какими-то стручками и сосульками, а с этого лака нет. С того лака у меня прическа по 2 дня не держится, а с этого
держится. Вот понимаете, как приятно сравнение. Профессиональный лак намного хуже оказался, чем мой лак Faberlic. Там, конечно, тюбик был такой большой, огромный, объемный. Тут, конечно, миллилитров всего 200, но все-таки этот куда лучше мне оказался. Далее, дигидрокверцетин. Если честно, много штук заказала. Артикул 157.90. Тут тоже в составе витамин А, Це, линолевая кислота и, конечно же, дигидрокверцетин. Очень полезная штука для мозга, для соображалки, для сердца и так далее. Далее, вот такая красота мочалка с кусочками мыла. Мыло клубника со сливками. На зип-замочках, кстати. Артикул 910-523. Чем оно мне нравится? Вот, ну, посмотрите, ну как эту мелоту не купить? Это, во-первых. Во-вторых, я такие мочалки очень давно люблю. И мне без разницы, по идее, с мылом, а не без мыла, я бы их все равно начала брать. Знаете почему? Потому что я очень сильно не люблю, когда, вы знаете, наливаешь целую ладошку геля для душа, размыливаешь его по своему телу и не понимаешь, когда он как бы намылится. Нет, он мылится, но все-таки, когда ты капнул чуть-чуть на мочалку, вспенил ее, даже если эти сердечки вымылись, даже мыло у нас идет, и даже если уже сердечек нет, ты капнул, моешься, и вы знаете, вообще просто шикарный эффект. Полная мочалка пены, и это очень сильно удобно. Но, конечно, это сборщик каких-либо микробов все равно, да, и я стараюсь, ну, примерно раз в полтора месяца то уже их полностью менять. Ни одна у меня не развалилась, не порвалась там, не разклеилась. Какую-то, по-моему, желтую у меня Викуся порвала, разобрала, ей было интересно, что там внутри, но это уже как бы претензии не к губке. Далее, по бонусу за покупку, вот, кстати, чек сейчас вам покажу. По бонусу за покупку были маски, которые я, в принципе, очень люблю, но у меня не все до единой закончились, потому что я их подарила свекрови, когда они у меня приезжали. Поэтому не все в моих пустышках. Ой, не все. Теперь они живут отдельно. И очень много чего я им просто с сумками отправляю. И все. Это можно считать моими пустыми баночками. Так, ну что ж, начнем. Авокадо. Это обычные белые тканевые маски. У нас идет с артикулом 2074. Она интенсивно питает кожу лица, активизирует естественные процессы восстановления клеток и стимулирует синтез липидов. Очень хорошая. Мне нравится после нее кожа. Алоэ. Если поехал на отдых и сгорел, если есть там угревая сыпь или еще что-то, алоэ это очень хорошо для этого. Но я думаю, вы сами знаете, что это древнейший просто косметический ингредиент. И листьями и соком алоэ пользовались даже Клеопатра и Нефертити. Поэтому и мы этим будем пользоваться. Помимо того, что она лечит кожу, она обладает мощным успокаивающим действием, снимает раздражение, восстанавливает кожу. Маска с алоэ повышает тонус кожи, освежает и смягчает. Очень-очень удобно. Артикул 0463. Далее ретинол. Ретинол это 2070. Она отшелушивает ороговевшие клетки, активизирует выработку кожи коллагена и гиалуроновой кислоты, уменьшает видимость возрастных мимических морщин, улучшает тон и текстуру кожи лица. Далее коллаген. Артикул 0461. Но коллаген это главный белок кожи. И не хватает вообще коллагена в организме. Нужно обязательно его начинать пить. Что он делает? Он увлажняет кожу, запускает ее восстановление, разглаживает морщины, неровности и, конечно, с возрастом количество коллагена уменьшается, и в итоге кожа теряет еще и вдобавок больше коллагена, чем его синтезирует вновь. Количество коллагена снижается на 1% каждый год после 30 лет. Ну, девочки, мне 40, у меня уже на 10% меньше. Это у нас анти-эйдж маска, гранат, антивозрастная, артикул 2072. Она стимулирует выработку кожи собственного коллагена, улучшает микроциркуляцию, оказывает там омолаживающий эффект. И, конечно же, содержит огромное количество минералов, аминокислот, органических кислот и полезных микроэлементов. Дальше, пептидная масочка, антигравитация. Пептиды – это самые умные косметические ингредиенты, которые пробуждают внутренние ресурсы кожи к самообновлению. Маска с пептидами активизирует синтез структуры белков кожи, обеспечивая лифтинг-эффект. Рекомендовано использовать регулярно для омоложения кожи. 0462. Вы знаете, хочу рассказать вам одну историю, пусть она и займет минуту, да, обзора, но она шикарная, просто шикарная. Ко мне приехала девушка, приехала со своей подругой и со своей наставницей Faberlic, да, то есть они у меня жили, снимали воронку. Имена я называть не буду, захочет сама под видео отпишется. И как бы она приехала, вроде бы красотка, вроде бы все отлично, но ее наставница все время говорила, давай сделаем с тобой такую-то маску, давай будем за собой ухаживать, давай снимем обзор, давай снимем рилс в масках, да, там мы же с тобой вдвоем, давай. И она начала делать маски там через день, каждый день, они у меня жили больше недели. Мы на глазах увидели, как человек после, не знаю, трех или четырех масок просто преобразился и стал еще красивее.
Понимаете, тусклый цвет лица какой-то вроде бы был незаметен, но мы поняли, насколько эти маски преображают, когда человек вообще ими не пользовался. Когда я снимала обзор, я понимаю, что я 2-3 раза в неделю, а то и 4 раза в неделю делаю маски. Я могу делать маски там 3 дня подряд после какой-то длительной поездки, если я понимаю, что я устала. И я уже не вижу такой прям крутой, наикрутейший эффект, как на той красотке, только потому, что я их часто делаю, у меня кожа наверняка была не так обезвожена, как у нее, да, вот можно так выразиться. Эффект просто потрясающий, поэтому я теперь эти маски еще больше полюбила. И маска гиалуроника идет с гиалуроновой кислотой, артикул 0464, она содержит гиалуроновую кислоту двух размеров для комплексного воздействия на кожу, борется с сухостью, шелушением и тусклостью, преображает и освежает кожу. То есть, ну, это для всех возрастов, да, если антивозрастные еще как-то девушкам за 30 уже можно, да, то некоторые, да, типа алоэ и гиалурон и так далее, они идут с 18 можно делать. Как у меня тут, когда стала маску на себя нацепила. Я читаю обертку из-под маски, а там написано, ну, ребенку 11 лет, а там написано антивозрастная. Я как засмеюсь, говорю, Вика, я говорю, у тебя и теперь вообще никогда морщин не будет. Говорю, совсем будешь молодая. Она говорит, да, да. Да, вот такой вот чек большой. На 16 тысяч рублей получается. 20 тысяч рублей по цене каталога и 16 тысяч рублей под расчет. Можно так выразиться, да? Ну что ж, поехали, да? То есть вот мочалки у меня тут с кусочками, да? Каталоги я заказала. Сыворотка, активатор жизненных сил. Сейчас еще вот она будет. Туалетные воды сейчас вам покажу, расскажу, еще я заказала. И вот различные обновляющие масочки. Ну, ставьте на паузу, читайте, кому это все интересно. Я уже, конечно, все это перечитывать не буду. И купона не стала. Значит, вот такая вот красота. Я заказала 3 штуки, это по драйву задание. Но я обожаю вот эту сыворотку, хоть она и идет 50+, но я слушала многих косметологов, лекции косметологов, да, и так далее. И косметологи практически все говорят одно и то же, пусть разным языком, но смысл один, что если коже не надо, она не возьмет. Хоть 90+ вам крем создадут, все равно она не возьмет. Она возьмет только то, что ей нужно. Поэтому, а почему бы и 50+ не купить и не намазаться им в 40? Ну, вообще, намазаться слово некрасивое, я понимаю. Значит, что делает эта красота? Так, сейчас будем открывать. Он стимулирует выработку коллагена, да, такой вот немножечко масляной такой экстракт, но не оставляет жира, да, на лице 67-81. Разглаживает морщины, активирует клеточное обновление, повышает тургор кожи и делает лифтинг эффект. В общем-то, все, что нужно после 40 так-то, да, между прочим. Поэтому взяла 3 штучки. Артикул 67-81, мне кажется, тому, кому за 40, можно. Особенно тому, кто много ездит, кофеманит и так далее. И у него биологический возраст может быть и 40, а настоящий может быть, там, например, 45, потому что износ идет больше. Где-то я читала, очень интересно. Далее, средство для мытья полов, цветущая луна, мультифункциональное, эффективно очищает различные виды полов, стены, натяжные потолки, двери, в общем, все, что нужно, и оно не требует смывания. Поэтому 302.17 я частенько заказываю. 302.17. Отличная штучка. Дальше. Средство для очистки духовок и плит. Сила цитрусов. Это удаление жира и нагара. Эффективно очищает плиты, духовки, сковород, грили. Ой, что там еще может быть? Микроволновку. Идет от стойких жировых загрязнений, въевшихся нагаров. Но нагары тут, конечно, нужно обязательно замачивать. Состав идет более чем натуральный. Это что-то типа густого геля, который идет без каких-либо частиц, которые могут царапать, повреждать деликатные поверхности. Просто нужно замачивать. Артикул 301.19. Все средства идут биоразлагаемые, даже сертификат халяль. Состав очень интересный, да, тут каустическая сода, комплекс биоразлагаемый, впав на основе растительных компонентов, биоразлагаемый комплексообразователь и композиция душистых веществ. Ну, я не могу сказать, что он вкусно прям пахнет, честно не могу сказать. Мне не нравится, как он пахнет, но он до такой степени эффективный, и запах не такой уж и, как бы, ну, это отличный аромат, в принципе, нейтральный для меня, да, то есть я не могу сказать, что он мне противен, нет, ни в коем случае, он нейтрален для меня, вот так я бы выразилась. А вот это Нейроли гибискус кондиционер, концентрат для белья, второй теперь у меня по любимости, тоже взяла несколько штучек, клевый, классный, очень удобная крышка, налили,
наливаете обратно в машинку, и у вас ничего не заморалось из-за того, что тут очень удобный колпачок. Артикул 30017. Ну и последнее, чтобы мне вам хотелось показать перед духами. Артикул 30220. Средство для очищения ванной комнаты. Антиналет. Тоже отличная штука. Пользуюсь очень давно. Беру его. После обновления он чем-то стал лучше. Тоже наносится. Все средства, в принципе, да, ждете, пока отмокнет. Да, вот эти два средства в особенности. Ждете, пока отмокнет, и потом смываете. Вот это вообще просто душем, струей такой. И все, отлично. Так, ну что ж, да здравствует программа Faberlic Drive, как вы поняли. Очень ее люблю за то, что в ней всегда бывает много скидок и акций. Вот, например, в Белоруссии нету розыгрыша. Вообще абсолютно нет никаких розыгрышей, это запрещено законом. Но, классно и здорово, что там есть вот всякие различные скидки. И вот все эти парфюмерные воды были со скидками, это тоже здорово. Они у меня, конечно же, есть все, как вы видите. Это запакованная версия, это у нас идет распакованная версия. Но я, конечно, с превеликим удовольствием купила еще, потому что это со скидками. Знаете почему? А потому что у нас скоро будет день рождения нашего любимого проекта Faberlic Online. Нам исполняется 9 лет нашей команде. И, конечно, это очень здорово и клево. Ну что ж, давайте посмотрим парфюмерную водицу Elisar. Она идет 50 мл, артикул у нее 3069. Как-то я просто сошла с ума по этой воде и наносила ее на себя с утра до вечера, как она мне нравилась. Сейчас я уже к ней отношусь спокойно, потому что появилось еще много вод, которые мне тоже нравятся. Аромат Elisar, он создан эксклюзивно для компании Faberlic, всемирно известным парфюмом Томом Фонтеном. Это во-первых. Направление аромата у него идет кристальный, искрящийся зелено-цветочный аромат. Действительно, такой он и есть. Вот знаете, какая-то свежесть, но все-таки какие-то цветы и легкая горчинка присутствуют. Основные ноты – это жемчужный пион, гентиана и четырехлистный клевер. Очень интересно, конечно, да. Альфакторная пирамида – это верхние ноты искристый бергамот, грейпфрут, аккорд родниковой свежести. Но я вам честно скажу, что грейпфрут и бергамот я очень плохо в этой водице чувствую. Вот если вы чувствуете, когда-нибудь пробовали, скажите мне. Ноты сердца – это жемчужный пион, лепестки розы, гентиана, четырехлистный клевер и водяная лилия. Шлейф идет белый мускус, сандал, белый кедр. Очень такая, можно так сказать, легкая, но с характером искристая водица. Мне нравится. Свежесть такая у нее идет приятненькая, хорошенькая. Далее мужская вода Самар или Самар. Тоже есть в открытом виде, поэтому я не стала ее, получается, открывать, потому что хочу это все дело дарить, тем более приобретено со скидкой, можно и по 10 штук взять. Артикул 3268, объем 100 мл, потому что это получается у нас с вами, скорее всего, туалетная вода, да? А нет, парфюмерная вода. Направление идет пряный древесный аромат. Честно скажу, 50 на 50. Я не могу сказать, что она мне прям в душу, в сердце запала, но нет. Ничего такого, чтобы меня отталкивало, да? Сначала я чувствую неприторную, еле уловимую сластинку, а потом уже начинаю чувствовать немножечко даже озон. Альфакторная пирамида, у него идет верхние ноты базилик, бергамот, мандарин. Ноты сердца, фиалковый лист, лаванда, шалфей, яблоко. Базовые ноты, ветивер, атласский кедр и пачули. Такая вот красота. Ну, она мне больше приятна. И больше мой нос слышит легкую свежесть. Легкую свежесть, мне кажется, она подойдет для всех возрастов. Не тяжелая вода, не тяжелая. А вот эта красотка на любителя. Конечно, это факт. Эта красотка вообще в свое время меня покорила, и я пахла ею неделями. И она очень понравилась моему мужу. Тут идет акцент на горечь, на мох. И что-то вот такое прям, знаете, супер-мега дерзкое. Идет она 50 мл. Цветочно-древесный аромат направления. Но я бы прямо тут бы, прямо в самом бы направлении обнаглела бы и сказала, что цветочный древесный аромат с нотками мха. Вот я бы так решила. Альфакторная пирамида. У него идут верхние ноты, это мандарин, бергамот, клубничка. Ноты сердца, фиалка. Обожаю, когда в парфюмах есть фиалка. Жасмин и киви. И базовые ноты, как раз таки тот самый дубовый мох. И вода оказалась спорной. Кто-то от нее в восторге, кто-то сказал бе. Вот прямо так и написали. Далее серая амбра и мускус. То есть очень спорная вода, еще раз говорю. Да, сначала идет горчинка, чувствуется мох. Потом идет такая вот зеленая свежесть.
немножечко цветы и вот клубничка. Но клубничка очень плохо чувствуется, минимально прямо вообще. Следующая вода – это адреналин. Она очень понравилась моему мужу. Объем 100 мл. Он ее частенько наносит. Она у него и в прихожей стоит, и в спальне. То есть два флакона у нас адреналина. Я взяла третий, но это понятно, что на розыгрыш призов на день рождения. Направление – древесно-ароматический гурманский аромат. Ну, гурманский – это когда, вот, ну, в моем понимании, это когда сладкий аромат. Но я бы не сказала, что он сильно мега какой-то сладкий. Может быть, в самом начале и есть какие-то ноты сладости, но они до меня, ну, не доходят. Потом в итоге как будто бы куда-то деваются. Сейчас я еще немножечко послушаю его. Тут в составе идет терпкий зеленый грейпфрут с бергамотом. Альфакторная пирамида – это как раз бергамот, зеленый, именно зеленый грейпфрут и гранадилла. Ноты сердца – фейхоа, жасмин и шалфей. А базовые уже как раз ноты идут – кедр, ваниль и кофе ристретто. Ну что могу сказать? Этот аромат, он мне нравится, но не на повседневные, а вот иногда. Иногда он мне нравится. Если каждый день, мне кажется, я от него устану. Он такой яркий какой-то, знаете, вот такой аромат. Прям такой яркий, нагловатый. Сластинка, конечно же, чувствуется, но не сильно. Все вы знаете меня, да, я ненавижу сладкие парфюмерные воды. Ну вот если взять вот эти два, этот все-таки немножко послаще лично для меня. Но обе воды в пределах нормы. Вот я бы так выразилась. Мужу нравится, пусть он, конечно же, брызгается вот этим адреналином, но я осталась, как он даже сказать, слегка нейтрально. К верхним нотам, да, я осталась нейтрально. А вот базовые ноты и ноты сердца, вот они мне очень-очень понравились. И когда у меня муж сначала именно брызгается, слышу, да, этот аромат и понимаю, что он носит альтернатив, но буквально через пару часов спроси меня, что это за аромат, я уже не почувствую сладости, я уже буду чувствовать вот эту вот свежинку, то, что люблю именно я. Поэтому мы с ним на этой воде как-то вот сошлись, да, великолепно сошлись. Потому что, честно сказать, Антон, он молодой человек у меня с характером, он никогда там не будет пользоваться гелем для душа, который только я покупаю для него, там парфюмами, которые я для него покупаю, которые только мне приятны и так далее. Нет, никогда такого не будет. Он любит выбирать сам, что ему хочется носить, что ему нравится носить. У нас с ним бывают иногда споры по поводу галстука, когда мероприятие сильно официальное, я знаю, что все будут в галстуках, я его прямо уговариваю, говорю, что, блин, ну, Антох, ну, надо, ну, потерпи пару часов, ну, ничего не будет страшного. Он, это удавка. То есть, ну, не приучен человек к официальным, да, мероприятиям, а мы пришли в Фаберлик, и нас везде приглашает компания, и в рестораны, там, и на теплоход, я помню, мы ездили прямо в крутом ресторане по Москве-реке, и еще куда-то. И, конечно, бывают такие моменты, когда абсолютно не хочется его заставлять, но приходится уговаривать. И вот как раз вот этот адреналин, это то, что наша с ним золотая середина. Вот прям, да, очень-очень вкусный. Ну что ж, это скидки по драйву. Каждый каталог новая продукция у нас появляется. Поэтому это вот пока что по 11 каталогу вот такие скидочки классные были. Поэтому такая вот красота. По 12 еще пока не знаем. Узнаем только через неделю. Ну что ж, дорогие мои, всем пока-пока. Спасибо за внимание. Кто досмотрел до конца, давайте наш с вами плюсик поставим. Потому что, конечно, обзор длиннющий получился. Все, всем пока-пока.